Специально для «Новострой М» тайный покупатель провел расследование в жилом комплексе «Столичные поляны». Новостройка возводится на юго-западе Москвы, в районе Южное Бутово, в 10 минутах ходьбы от станции метро улица Скобелевская. Девелопер – группа компаний «ПИК». Тип проекта – «Монолит». В рамках жилого комплекса построят 5 корпусов и 2 детских сада. Квартиры первой очереди реализуются с отделкой класса «Комфорт». Покупателям предлагаются студии, 1, 2 и 3-комнатные квартиры площадью от 20 до 117 квадратных метров. Подробности расследования читайте на сайте «Новострой М». Первая очередь жилого комплекса «Столичные поляны» включает в себя 2 33-этажные башни и 1 многосекционный дом высотой от 16 до 33 этажей. Фасады домов облицуют декоративным кирпичом, предусмотрены корзины для кондиционеров и дренажные каналы для отвода конденсата. В комплексе будет действовать центральное кондиционирование. В первом корпусе переменной этажности запроектировано 1392 квартиры, кладовые помещения и подземный паркинг. Второй и третий корпуса будут включать 768 квартир, кладовые помещения и гостевые парковки. Заселяться дома первой очереди будут в июле 2019 года. Из детской инфраструктуры на территории жилого комплекса «Столичные поляны» построят 2 дошкольных учреждения на 150 и 235 мест. Первый детский сад заработает в конце 2019 года, второй сдадут вместе с завершением всего проекта. На территории соседнего жилого комплекса «Эталон Сити» для обеих новостроек возведут школу. В домах жилого комплекса спроектированы подъезды с 2 входами, со двора и улицы. Дворы будут свободны от автомобилей, в них обустроят детские и спортивные площадки, места для настольных игр, бульвар для прогулок. На первых этажах откроются магазины и предприятия сферы услуг. Комплекс «Столичные поляны» граничит с Бутовским лесопарком и микрорайоном с хорошо развитой инфраструктурой. В пешей доступности работают школы с дошкольными отделениями, поликлиника, супермаркеты, кафе, торговые центры. Менее чем в километре от жилого комплекса находится станция метро улица Скобелевская. В 5 минутах ходьбы – остановки общественного транспорта. До железнодорожной станции Бутово можно доехать на автобусе за полчаса. Надежность девелопера «Тайный покупатель» оценил 8 баллов из 10. Оценка снижена за переносы сроков сдачи некоторых объектов. Надежная схема покупки получает 9 баллов. 7 баллов за завышенные цены, но вместе с тем отличные планировки. Инфраструктура получает 8 баллов. Поблизости есть много социальных объектов, но своих образовательных учреждений жителям может не хватить. Транспортная доступность оценена тайным покупателем в 9 баллов. Станция метро в пешей доступности – большой плюс новостройки. Оценки по другим параметрам, а также все подробности проверки жилого комплекса «Столичные поляны» читайте на сайте «Новострой М».